Так, 13 января. 9 мы начали с вами эксперимент с переработкой кабачков. Подшумные анекдоты. Под веселье и праздники. Ой, посмотрите, сколько их. На всех. Давайте вот берем один кабачок. И пытаемся его разорвать. Что мы там видим? Где жирный, да? Жирный вообще. Жирный. Как поезд пассажирный. А ну-ка. Чик. Поднимаем. Лайфхак по сбору червяков на рыбалку. Знаете, сколько червяков? Прям ложи их в мешок и отправляйся на рыбалку. Знаете, поднимаю любой кабачок. Чик. И червяков больше, чем биогумуса. И жирные такие все. Знаете, как вам кабаки нравятся? Ну, может, воды назрались. Да ладно, водой сыт не будешь. Вот такие вот красавчики. Вот сейчас под вот этим, думаете, много, да? Делаем ставки. Ну, если он раскладывается, то много будет. Так, сколько? Сколько много? 20 штук будет? Да будет. Чик. А, нету никого. Нет никто. А, вот тут. Пык. О! Опа. Видите, джекпот. Да. Сразу и на нем, и под ним. Прикольно. 13 число, а уже так много. Так, где у нас еще посмотрим? Да, вот здесь смотрим. Чук. Мало. Поменьше. Так. Вот здесь смотрим. А вот там, где черный, какие-нибудь такие штуки. Где черный, там, походу, влаги нету. И их тут уже нету, да. А вот тут пшеничка. Ой, смотрите. Как же им нравятся эти кабачки. Что осталось, да? Блюдце осталось. Тут уже выедают. И жирные все такие. Как дендробены прямо. Наши калифорнийские черви вообще такие огромные. Больше, чем по грамму каждый. Так, а надо вот тут еще пшеничку вот эту разгрести, чтобы... К следующему разу она вся тоже так подросла. А вот это посмотрим. Под длинный? Да. Делаем ставки, господа. Раз, два, три. Есть, но. Но все равно, смотрите, какие красавчики. Жирнехонькие. Вот с кабачками их выманивают. Красивые, да. Тут как раз можно и выманивать кабачками. Так, ну что? Придем еще сюда, тогда, когда уже еще чуть лучше подъедят, уже как бы завершающее видео сделаем. Вот, смотрите, как много. Сплошные черви. Как же им кабачки нравятся? Пишите, друзья, у вас кабачки едят? Червяки? Или это только наши белгородские кабачки так хорошо потребляют? Все, посмотрим в следующий раз, чем закончится дело, да? Ага, все придавим. А вот тут как раз семена лежат. Им семена нравятся? Не, они вряд ли разгрызут их. Обсосут. Вот так, наверное. Я поближе тоже положу. Это мы поднимали, да? Вот эту поднимали? Вот эту, смотрите, как интересно. Биогумус поверху, вот, по кругу. Чик. Это они, наверное, бегут. Да. Ух ты, вот это самый, наверное. Самый жирный кабачок. Вообще. А он там дальше. Тоже, вообще, да? сплошное мясо. Вот. Сверху гумус тоже сплошной. Вот сверху тоже гумус. Вот тут смотрим, да? Чик, чик отгребаем и заковыриваем вместе с червяками. Да. Да. Кабачки рулят. Да, больше их нету. Да. А там на улице белый снег. Да. Белый снег они есть не будут. Так, все, придем, когда уже будут подъедать, чтобы посмотреть, насколько быстро это все перерабатывается. Делаем ставки, господа, как сколько нужно времени, чтобы это все переработать. А давайте попробуем вот еще вот этот открытый. Мы сюда землички положим. Да не, его придави, они сами вылезут. Да? Конечно. Ну вот и землички тоже.
Все. По земле мы можем определить, есть там или нет. До следующего раза. Друзья, обязательно заходите на Ютубе. Наш есть такой прекрасный ролик АТ-222, технологии разведения червей. Посмотрите, как можно получить вермикомпост. Ну, вам будет очень наглядно, интересно все рассказано. Обязательно заходите. АТ-222, технологии разведения червей.